Координатор ТОС «Восточный» Наталья Ключникова доложила главе города, что часть пешеходного тротуара на 100-метровке пришла в негодность. Глава дал поручение своему первому заместителю посмотреть, в чем здесь проблема, ведь на самом деле тротуар ремонтировали совсем недавно. Руководители ремстроя Анжелика Бузунова, а также координатор ТОС Наталья Ключникова прошлись по этому тротуару. Он явно разбит тяжелой техникой. К многочисленным торговым точкам автомобили подъезжают беспрепятственно. Уже сегодня на 100-метровке начаты работы по асфальтированию разрушенного дорожного полотна, будет восстановлена плитка и закрыт проезд для грузовиков.